Каспийске стартовал международный фестиваль «Созвездие добра» благотворительного фонда «Ангелы надежды» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Главной целью проекта является объединение и поддержка ребят с ОВЗ, а также их социализация, адаптация, развитие их творческого потенциала и успешного интегрирования в обществе. Мы проводим такие фестивали. Такой фестиваль у нас проводился уже в городе Москве, в городе Санкт-Петербург. И вот мы теперь приехали к вам. Вашу республику. Мы очень рады, кстати, что мы сегодня тоже начали именно с патриотического воспитания, да, потому что это очень важно. Также наш фонд является именно непосредственно одно из направлений нашего фонда – это именно патриотическое воспитание молодежи, потому что я считаю, что в нынешнее время это очень важно. В первый день ребятам провели экскурсию по городу Каспийску, а также дети посетили одну из главных достопримечательностей муниципалитета и возложили цветы к обелиску «Скорбящая мать». Ваше возложение, с которого мы начинаем официальную часть фестиваля, это, конечно, как бы нам по душе и как благое для сердца. На встрече также присутствовали помощник главы Каспийска Арсен Базаев, руководитель организации помощи участникам СВО «Память гор» Амин Амаров и председатель местного отделения «Боевое братство» Магомед Ариб Якубов. У меня работает 3 года помощником главы, и вот за течение 3 года было сделано очень много работы в городе. Очень много дел было съездить, спуски, подъемы для инвалидов, молодым мам, детскими колясками, и парковочные инвалидные знаки в городе. Эта работа проведена вот в течение 3 года, это действительно, это мы останавливаемся. Отметим, что в составе группы ребята из разных регионов страны, в том числе Крыма и Донбасса. 1 ноября, в день закрытия фестиваля на городской площади Каспийска, состоится творческое мероприятие, в котором примут участие хореографические коллективы, вокалисты и многие другие.